Assim por deveras, por me castelei, e que eu me chamei de e que o meu nome é e que canal de um vídeo escorca, mas vale, vai que eu и посмотрим, сколько лайков на нашем видео. Теперь мы сейчас закроем это видео. Посмотрим, сколько лайков. Это не то, не то, не то, не то. Ну, это так просмотр нормально. Если что, на 400 подписчиков, то есть на 350 подписчиков будет стрим, но не будет прямого эфира. Давайте. Давайте, как сегодня будет прохождение двух игр. Это Brawl Stars и Suspect. Сначала Brawl Stars. Так, запускается. Вот. Если что, я с микрофоном сегодня, с наушниками. А дальше потом тут. Так, теперь обещаю, когда не включается. Так. Ну, это нормально. Сегодня я хочу сделать видео где-то на полчасика. Сначала все забрать, не смотрите на мои кубки. Просто 5 месяцев не снимали. Я вот успел столько поднять. Скоро будет новый Brawl Stars. Сюда. Я вам покажу всех еще моих бойцов. О, камбасы. Кочевни Твитавы. Ой, я хочу этот скин офигенный. Ой, ворон. Я очень себе сильно хочу ворона. Он офигенный просто. Экстрим шоу. Я себе этот уникальный. И этого быстро. Так, надо его сегодня усиление силы. Немного. Я не покупаю эти. В основном гаджеты туда покупаю. Ой, Ой. Кошка. У меня только один нормальный скин. Только один нормальный. Может, не будут такие вот плохие скины покупать. Больше всего трофеев у меня надырли. И он у меня мега ящик. Потом бандит Кольт. Пиццот. Потом полузащитник Бу. Тоже 500. Потом Джесси. Тоже 500. Потом Ретро Брок. Тоже 500. Потом Бот. Тоже 500. Потом студентка Эмс, тоже 500, потом Сту, тоже 500, потом Эльприма, тоже 500, потом Поко, тоже 500, и потом еще Роза, тоже 500, Фрэнк, тоже 500, 300.
Да, разъяснил, потому что 21 рад был. Биби тоже 500. Эдгар тоже 500. Крис тоже 500. Макс тоже 500. Я их слил, смотрите. Ну, вольт 494. Нет, это 494. И 493. И надо 494. Пэм, 465. Вот так вот. Густей. Надо убить слил немного, ну ладно. Почти Пайпер и Пенни поднял. Вот, почти никого тут не поднял. Мне из этих бойцов больше всего нравится. Скелет. Вот. Почти без. Пенни поднял туда. Больше пофиг. Вот. Пока я здесь полностью посмотрите, уже Мортис накопил. И вот таких еще накопил. Вы видите уже внизу офигенную Сэнди с пассивкой. Я пассивку на тех карте выбил. Когда ульт кидает, она стилится в ульте. Ну, тут больше всего нравится. Это. И это. Я особо не играю за них. Я хочу себе Бонни. А это вот такое. А, последние очки сливы. Ну, давайте попробую отдать. Откуда я его? На Белль. Ну, воспроизвести тут. Ну, и, конечно же, игры. Что тут у нас? Испытание Рапсев тут. Новое испытание. Уже по 3 победы. Там кто-то... Спрей я люблю. С коктейлями тут. А какая карта? Надо самого быстрого брайзера, Бакс. Вот. Вот такое пусть будет. И я беру гаджет. Вот это вот. И это, да. Щит и хил. Может, атаку и хил, ладно. Парное, что... Это еще и парное, офигеть. Я сразу не заметил, что парное. Так, давайте. Это будет небольшой такой стримчик. Ну, еще раз. Ну, зачем мне это дурацкое? А Динамайк тут хорошая идея была. Он взял хорошую идею, Динамайк. Нормально. Ну, это была только разминка, простите меня. Неудобненько, микрофончик еще мешает. Так. Попробуем еще раз. Тут все в пружинах, говорю сразу. А, где мы с вами-то мне? Тут у меня идея. У него тоже эта идея. Он дурак. Еще он гаджет послал. Вот тут там будет подниматься по этой полосе. Тут вообще этого нету. А, есть. Вот это меня спасает. Thank you.
Ну, мы-то... Я потом сам поиграю, хорошо? Давайте поиграем в баскетбол. Слэм данк. Тысяча озер. Зоо, вредное поле. Открытая местность. Я больше всего ненавижу тут из-за этого служима сейчас. Это ограбление, давайте в него попробуем. За 19 я вам скид на маску зашел. Я не покупаю такие пластики. И уже один стрим снимаем. Прошлое видео было на 2, а позапрошлое на 22. У меня гарши есть, еще гаршты. Вот эти есть. Вон, спасибо еще! Так. У меня на майкше покупка! У меня на это! Блин. Меня на не захлёпало. Это что было сейчас? Слышишь, что я снимаю сейчас? Ульт, давайте. Короче, где-то немного сыграем. Давай. Брау, Стас! Мы уже просто Стас 13 минут играем. Давай хил. Чуть-чуть подобашили. Ты там уж, надо было его поджимать, дурак. Чем поиграли. Я ему сейчас значок кинул. Минус 6, ну ладно. Минус 6, так 6. Захват мистов. Давайте другого бойца. Пусть это будет. Пусть. Возьму я мистер Пи. Нормальный боевой боец. Я живу тогда 10 каток. Выиграл в ботобойне. Нормальный боец. Хорошо разбился. В одиночном уже просто муа будет. Давай. Сразу одиночный. Все. Он через стенки еще кидает. Это Гена. Он так кидает. Вперед он кидает. Ну, его вот этот дупончик через стенку проходит. И он наносит еще 2 удара. Плохо лагает, то я разнес уже Бо. Я Бо разнес. Не стопи против Бо, это офигенно.
У меня не вышел, но стало сейчас сколько в ходе. Ребята. Хорошо. Ну, где еще? Так, давайте карточку еще. Скоро сыграем в саспец. Ну, у меня, кажется, такое что-то люблю. У меня карточек немного, только на руку купишется. Не цапай, кошак, я тебе говорю, не цапай. Выйти, перезайти. Такая тактика у него всегда. И 7 игроков. 9 и 10. Все, еще как-то. Шаг. 2 сразу! Это же рай! Все, 2 сразу. Так что все. Давайте перейдем в Suspect. Suspect это, наверное, подольше будем. И где это? Тут опять в катке. Вот Suspect. Так, я тоже тут в микрофон буду говорить. Ушко. Тут я и слышу, если так, без микрофона. Так. Вот как мы знаем. Уже 19 минут в Ростах все пробыли, блин. Так, почти как в прошлом... позапрошлом видео. Запустите. Точно! Это же не тот аккаунт. Тут гемасиков мне еще не давали. Чуть-чуть надо. И получу свою первую такую вот клеточку. Не, я уже могу ее купить. Но нет. Я буду купить. Где мы дальше? На скины такие, все такие вот разные. Мышка, согласитесь, прикольная. У меня это друзей мало. Ну, на другом аккаунте около 60 штук, блин. И средний у меня тоже только открыт. Ну, завтра будет Мстители предводный. У меня там на другом аккаунте это полторы тысячи IQ. Чего мне играть? Предводный, дайте поиграть хотя бы такой. У меня карточек нету. Так.
Вы в Ютубе, поняли? Поняли? Вы в Ютубе. А. Они не слышат, что они в Ютубе? Они меня вообще не слышат. Они не слышат вообще меня, ну ладно, ребятки. Поиграем вообще по-жесткому. Да что я сгушу яху? Мы уже снимаем видео, как и прошлое видео было. То есть позже. Прошлое видео было на 2 минуты. Одна карточка по графу. Вы в Ютубе, они не слышат? Так вы меня слышите вообще, ребятки? Дети. Я выхожу. Тут вообще никто не собирается, это нереально, просто реально нереально. Или для вас все-таки рулеточка покрутить? За 60. Нет, ну давайте сначала я посмотрю 5 рекламок, а потом рулеточка. За 60. Ребята, посмотрим, а что будет. Рулетка за 5. У меня рулетка не запускается что-то. Давайте еще потыкаем. Вот смотрите, рекламы нет, повторите через несколько секунд. Ну, у меня было такое через 2 дня еще. Хотя она была там. Ну ладно. Вы достигли своего легендарный скин. Ну все, мне ничего не выпадет вообще. Ну да, пусть это говно полное. У меня и на том аккаунте карточка гостя одна. Ульяна аккаунт у кого-то сделал. Вот это. Да здорово. А куда вот еще есть? А что у меня ник такой, я же хотел менять. Ну ладно, что такое будет. Я не убиваю, ребятки. Можешь заглушить, если вот его слышать, но я нет. Потому что я его заглушил. Мне хочется только писать. У меня только был ник на другом аккаунте.
Я не поменяю хорошо на бабки. Я лик поменяю, а сейчас можно спеть на лик наверху. Вадихань. Смешно. Ладно. Тут ничего особо нету. Значит, давайте, чтобы еще побольше поиграли. Сыграем в «Золото против растений», да. Я их закачал. Первую часть прошел 2 раза. Сейчас вторую будем проходить. Очень хорошо, даже я ее прошел. Ну, простите, что я сказал прошел. Ну да, я ее прошел. Разок один. Так зомбобус там был последний, он вообще нереальный. Там растения вообще не для того. Предназначаюсь, но я прошел. Динозавр не прошел. КБ-3. Ну... Ой, я... Простите, я случайно тормозил эту. Ладно. Я вчера купил, кстати, зайчик-электрокамыш. Вчера купил. Зайчик-электрокамыш скин. Офигенный, кстати, скин. Хороший, крутой. Нам осталось еще много вот этих. Добавили, аки добавили, круто. Ну, коплю 2,5. На счет 1000. Теперь ледяные горох острелы. Я ненавижу трезвят. Тут все думать надо, и думать, и думать, и думать, и думать, только думать. Деньги даже тратить. Я ненавижу трезвят. Ой, сколько солнца!
Нам еще чуть-чуть надо. Я даже заплакал, что не пойду, подумал. Но это сложно. Это реально сложно. Это на спасибо бесплатные 3 сразу. И я должен все пройти. Хочу просто, ребятки, хочу просто. Видео зато. Теперь это вы этих. Ой, я не люблю это. А вам еще будут давать вообще? Что? Ну хотя бы 100, что это нормально еще. Что это еще нормально? 100 клеток, это еще нормально. Я могу сделать 100. Меня уже бесит. Ничего не съели пока что. Я сказала, ничего не съели. А плюс 5000. Почему нет большого стену ореха? Где ищите солнце? А, они дают тут солнце. Чуть-чуть не успел. Да что это раскупает мой брат? Что я играл на телефоне? Ты хакер не хочешь ты мне? Так, арахис. Арахис скоро будет, арахис. Мое любимое растение в этой игре, ну, почти самое любимое, это трактополох. Он же офигенный, да, ведь? Все, арахис, давай, ставлю арахис. Еще я мог сделать офигенную штуку. Это легкий что-то уровень. Это легкий тревряд, но все равно подбешивает. Тревряд меня все равно подбешивает. Так. А микрофон где мой? Где мой микрофон? Где микрофон? А вот я нашел микрофон. Вот клетка, клетки, клеточки. Блин, так все подбешивают, ребят. Все равно подбешивают, ребят. 2000 на двойной голову. Я вот эту войду я знаю. Он офигенный просто. Так. Мне щекотно. Микрофон щекочет.
шадов, так что ну, хорошо, что раз это стена греха горох стрел. Потому что просто такого растения. Ой, прям куда надо, я хотел сюда это забрасывать. Вот мне прям повезло сейчас. Это проигрыш. Я просто не успеваю за зубы. Ну, еще варенку не сыграли. И мне сыграли еще в пиньятку. Давайте в пиньятку и варенку. Ну, и в кубочке. И, конечно, я прошел все главы. И смотрите, что у меня тут глава сейчас достану. Так, я это проходил вчера. Да, я это вчера проходил. Кому сюда? Я же говорил, купил зайчика мышь. Может, сценарий. Это вертушка на потом пригодится. Тоже сценарий. Тоже. Это как дела сразу? Я такого не предполагал, блин. Я не думал, что будет гаргантюа сразу. И как второй сразу с бесконечными малышами, это же что такое? Он не замораживается. Еще один. Это что такое? Фу. Хотя бы раздёс Гаркатюа, вот. Пиньятка, я сильно прошу, ребятки. Так, это... Вот я хочу этого дерьма. Мне надо на него еще где-то 45 штучек. Я 5 заработал, было 50. Да, 45. Второй осталось 40. Ты по детке ходишь сюда. Ты...
это был уже третий день с пиньятой. Так, ребяточки, давайте мы... Баранку? Да. Баранка. Вообще, я испугался, что не пойду, что гафетла пошел почты. Потому что не подвели. Так, монетки. Да. А, еще тут будет фэтс, как попробовать. Если я играл плохо. Так. 5000 монет тут сразу. Потом я должен проходить. Тут дадут 50 гемасов. А я коплю гемасы на все расстреле. Сейчас коплю на... Не то, что капитан, что круче, мне на голову застрел или уменьшающая фиалка. Вот. Что-то и здесь я хочу поставить. Себе. Пик у меня был такой. Ну нет, я вообще тогда в эту играл. В пирамиду Гока. Или во что? Я с этой. Чертополох. Улучшить! Теперь у меня чертополох второго уровня. Офигенный чертополох у меня. У меня только 5 гемасков, надо 100% гемасик копить. Блин, там 100%. Может эту? Эту ладно. И мрачная примула. Ее теперь поставить будет просто офигенно. Она не своей локации, наверное. А, я вспомнил, что это такое. Она потом сделается это. Да, она снова будет давать, фух, я испугался. Все. Да. Мне чертополохи могилки будут. Да вообще вот хорошечно у меня все. И еще шишки дают по соточку сразу. Я сразу могу ставить его. Двоих. Одного. Машину примову. Чертополохи! Ну это мощный зомби, я скажу так вам. Как он съел? Да, его убило. Он съел! Эту машину прямо можно съесть. У него 8000 очков. Маловатенько у него. Чисто плохо справляется, очень даже хорошо. Опять он достал уже!
Не справляюсь, ребят. Посмотрите на очки. У него-то смотрите. А он не взял солнечных. Я подумал, что у него не было солнечных костей, офигеть. Ну, у меня еще был плюс один. Можно еще раз сказать. Ну, давайте. 5 монет. Офигеть. Ну, мне надо больше всего, если что. У меня есть 1К. Почему я говорю, что нету? Получается тут... А нам-то каждый день играть, я не знаю, что каждый день надо играть. Ну, захожу тогда. Очень слабик. Видео на 50 минут сходит, ребят. Сегодня 1 видео, завтра 2. Не забывайте, на 350 подписчиков будет стрим. Электрокамыш точно. Могила я точно, то я знаю, сколько дают эти могилки. Офигеть, как много. Ну давайте все то же самое. Да я уже хоть чах-то полох. Если, блин, чах-то полох. Двойной подсолнух. И взят могилоед. И электрокамыш, электрокамыш будет, мне кажется, самый хорош. Так. Я знаю, что эти дают штуки. И просто так понаставить будет офигенно. Почему я машину прямую поставлю? Машину прямую мне не нужна. Все. Электрокабыши просто. Они просто все могилки тут поуничтожают, и все будет чики-пуки. Давайте, ребятушки, начинаем. Электрокабыши просто. А это сколько вообще солнца? Это офигеть, как много! А он на такой штуке ездит. Его ничего снизу не может пробить. Электрокабыши, давайте, давай. Ну, электрокабыши. Вот, я его хорошо стол поставить. А то бы кабыш не справился, тут и все, его бы не было больше. Я пока что выигрываю. Но этого меня уже не удивишь, ребятки. Мне этот зомби достает очень сильно. Блин, я боюсь, что проиграю, а то Луцку зомби не хотелось бы проиграть. Правда, хотелось бы. Ну, что я только. У нас только зомби-косилки есть.
Ребятки, ребятки! Все, он меня пригнал уже. Все, я пригнал. У него был двойной подсолнух, он говорит. Часто полоху дать будет. Ну, ладно. Ну, ладно. Если мы его расстрелим, он кончится, что? Он кончится, все. Вся гампа. Завтра будет два ролика, если что. Два. Два в день завтра. Сегодня один. Напишет, минут сегодня, блин. Хорошо. О, так конфетки дали. Мне нужно накопить 100 конфет. Обязательно. Так, ну, все, пока. Пойду игру. Не знаю, что на 350 подписчиков будет стрим.